بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نتكلم بإذن الله تعالى عن أولا التوحيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الشيخ وزاده الله Говорит сегодня, за дозволение Аллаха, поговорим в первую очередь о таухиде, о единобожии. Ар-рукна ал-аввал мин аркан ал-ислам шахадат алла илаха илля Аллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расул. И первым столпом ислама является свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад его раб и посланник. Нам афа лабуд ан иза арада ай ахад ан ядхул фи ад-дин ал-ислами лабуд ан яшхад ва ш-шахада هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح والقلب. И говорит, какой бы человек ни хотел принять ислам, в первую очередь он должен засвидетельствовать свидетельство своим языком, будучи убежденным в своем сердце, и делать дела, соответствующие этому свидетельству, своими органами и своим сердцем. نعم. فهو أي العبد الآن يشهد أن لا إله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. И каждый кто и когда человек свидетельствует, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха. نعم. Он свидетельствует тем самым, что никто кроме Аллаха не достоин поклонения. И кому поклоняется кроме Аллаха, то это является заблуждением. فلا إله لابد فيها من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. И свидетельство Аллаха, свидетельство ля илаха илляллах, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, включает в себя два условия, то есть две вещи включает. Это подтверждение отрицания. Отрицание того, что все, кому поклоняются, кроме Аллаха, это заблуждение, и то, что поклонение достоин лишь только один Аллах, субханаху ва тааля. Да. وبهذا نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. И мы уединяем Аллаха, субханаху ва тааля, во всех трех видах таухида, то есть во всех трех видах единобожия. Это единобожие в господстве Аллаха, таухид рубубия, и единство Аллаха, субхану таля, в поклонении ему, это таухид улюхия, и единство Аллаха в его именах, атрибутах, это таухид аль-асма и ас-сифа. Нам. Айдан, ба'да ан юфрид Аллах, субхану таля, бит-таухид, лабуд ан юфрид ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, бил-иттиба. И точно так же, как мы уединяем Аллаха, субхану таля, в поклонении ему, таким же образом мы должны уединять пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в том, что мы следуем только лишь за ним. وأشهد أن محمدًا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. И человек свидетельствует этим свидетельством, что пророк сам он раб Аллаха, которому не поклоняются, и пророк сам за которым следуют и которого не слушаются. ويكون بهذا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به. И поэтому мы должны подчиняться пророку сам во всем, что он сообщил нам. И мы не должны подчинение кому-либо ставить, прежде чем подчинение пророку сам, потому что подчинение пророку это есть подчинение Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Также мы должны верить во все то, что нам сообщил пророк, саллаллаху алейхи салям. И также должны, то есть, сторониться всего того, от чего нас пророк сам запретил и предостерег. То есть, отстраниться как можно дальше от этого. И не поклоняться Аллаху никак иначе, кроме как это узаконил пророк, саллаллаху алейхи салям. Бعد هذا, الركن الثاني من أركان الإسلام, إقامة الصلاة. يعني لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه وأركانه وواجباته ومكملاته وتنتفي عنا الموانع المبطلات الصلاة. То есть вторым столпом ислама является это выполнение молитвы, выполнение намаза, да, ас-саля. То есть выполняем его в том виде, в котором от нас требует шариат, выполняя все столпы, все условия, все обязательства и желательные действия, и также должны отстраниться от всего того, что может препятствовать этой молитве. من السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل المساجد مصليات مثل مصلى في البيوت تطهر وتطيب وتنظف وحتى يعني يكون هذا المكان لعبادة الله. نعم. Также то есть пророк сам научил тому, что мы должны в доме выделить место, как сделать, как и мечеть нашу, чтобы это было чистое место, в
котором мы поклоняемся Аллаху, то есть какое-то определенное место, как выбрать ее для себя молитвенной. يعني أجعل هذا المكان للصلاة وأضع فيه مثلا المصحف والكتب حتى يكون هذا المكان يعني للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. То есть в это место выделить специально для места, в котором поминаешь Аллаха, читаешь Куран, допустим, поставить в этом месте Куран и книги, то есть и заниматься чтением Курана именно в этом месте. إذا اجتمع النساء И когда женщина собирается большой группой, допускается, чтобы они молились джаматом. Однако, говорит, в отличие от мужчин, женщины, когда молятся джаматом, имам, который выходит, женщина-имам, она не выходит вперед, она стоит в первом ряду. على تعليم الأولاد. Также женщина должна заботиться о том, чтобы обучать своих детей. والآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. نعم. يعني يولد موحد. И как сказал пророк сам, что каждый ребенок рождается на своем естестве, то есть на единобожии. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. يعني السبب في تغير هذا الولد. وانحراف عن ما خلق عليه من فطرة من الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها السبب الوالدين. И пророк сказал, что родители его делают христианином, иудеем или огнепоклонником. То есть говорит человек, что родители становятся его причиной того, что он перестает быть единобожником и превращается в христианина или иудея или многобожника. إذا كانت الأم صالحة تقرأ القرآن تحافظ على الصلوات في الغالب أن الولد يخرج مثل الأم ومثل الأب كذلك. Если ребенок видит, что мама постоянно занимается поклонением, делает, поминает Аллаха, читает Коран, то и ребенок, дозволяя Аллаха, будет стремиться похожим на мать. لماذا يتعلم الأولاد مثلاً عندنا الآن اللغة الروسية اللغة مثلاً كذا ولا يتعلم الأولاد اللغة العربية؟ Почему мы, говорит, уделяем время другим языкам, допустим, обучаем детей наших русскому языку или какому-то другому языку, и в то же время не обучаем их арабскому языку? لماذا الوالدين الآن يتكلموا في البيت فقط بهذه اللغة ولا يتكلموا باللغة العربية؟ Почему, говорит, родители, говорит, на сегодняшний день дома разговаривают только на своем языке или на русском языке и оставляют арабский язык? كل أم مثلا تحب أن من ابنها أن يحفظ القرآن. Каждая мать, говорит, любит или желает для своего ребенка, чтобы он выучил Коран. طيب إذا كانت تريد هذا لابد أن تحفظ أول القرآن. Если она желает, чтобы ее ребенок выучил был хафиз Корана, то она в первую очередь должна учить, чтобы быть примером для своего ребенка. То есть, и также, говорит, если не хочет мать, чтобы ее сын, допустим, постоянно смотрел в телефон, то она должна быть для него примером. То есть, как говорит, она мать сама целыми днями в телефоне, а своего ребенка желает обратного. Хотя يعود الأولاد على الصلاة جماعة طبعا في المساجد وإذا كانوا صغار مثلا لا يستطيعوا الخروج مثلا المسجد يأموا بأهلهم في بيوتهم. نعم. То есть, и также должна мать стремиться к тому, чтобы их дети совершали намаз в джамате, в мечети. Но, говорит, если маленькие дети не могут выходить в мечеть, то они должны дома их собирать вместе и чтобы они читали намаз вместе джамаатом. يمكن الآن أننا نطلب العلم من بيوتنا بهذه الوسائل المطورة ولله الحمد. لكن الإشكال كل الإشكال الآن عندنا أن الأولاد لا يرجعوا إلى هذا إلى العلم لكن يرجعوا إلى الألعاب وما إلى ذلك. В то же время, говорит, человек, говорит, в наше время, говорит, можно требовать знания, не выходя из дома, говорит, посредством, говорит, современных средств связи, телефонов. Но в то же время, говорит, мы видим, что наши дети, говорит, не уделяют время тому, чтобы учиться посредством их телефонов, однако используют эти свои аппараты для игр. فلعلنا نبدأ من هذا الذي يعني كان قد كنا قد تحدثنا عن من أن يجعل مكان خاص في البيت يعني هذا مصلى البيت مسجد للبيت. نعم. Говорит шейх, мы до этого говорили, то чтобы дома было какое-то определенное место, как подобие мечети, да, в котором совершается намаз и читается Коран. محاولة تعلم اللغة العربية والتحدث بها دائما مع الزوجين والأولاد وكل من في البيت. Также должна стремиться изучать арабский язык и практиковать его между мужем и женой, со своими детьми, своей семье. المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها. Также должна стремиться женщина выполнять в своевременно пятикратные молитвы. خاصة صلاة الفجر.
особенно утреннюю молитву. سبحان الله. الأولاد الآن يستيقظوا في الغالب في وقت المدرسة ولا يتأخر أحد. أما في وقت صلاة الفجر تأتي الأعذار ويأتي كذا وكذا. Что говорит, касается говорит, наших детей, говорит, никто из них школу не просыпает, их старается разбудить вовремя, чтобы в школу не опоздали. А что касается утренней молитвы, то говорит, обязательно находятся те, кто будет просыпать от нее, находя себе этим оправдание, говорит. أيضاً المحافظة على السنن الرواتب السنن التي هي مرتبة مع الفرائض. Также должны женщины, то есть должны уделять большое внимание тому, чтобы выполнялись сунны раватиб, то есть те сунны, которые приходят после обязательных молитв. Особенно те два раката, которые читаются перед фаджр в утренней молитве. И также перед зухром, перед обеденным намазом читается два или четыре раката. И также после зухра, то есть после обеденного намаза читается два раката. И также после магриба читается два раката, и после иша читается два раката. Также должны уделить внимание такой молитве, как витр намаз и ночная молитва. И также, говорит, молитва женщины в ее доме лучше, чем ее молитва в мечети. المرأة الآن إذا خرجت استشرفها الشيطان يعني الشيطان يريد منها أنها لا تأتي بالحجاب. И также говорит, шайтан приукрашает женщину, как бы пытается ее как будто бы возвеличить и говорит ей, чтобы она на улицу выходила без хиджаба. يعني يلبس عليها الشيطان أحيانا في لباسه ويقول أن هذا لباس شرعي وهذا ليس بشرعي أحيانا قد يكون ضيق أو يعني يرى منه يعني أشياء. Также шайтан может обманывать женщину, то есть говоря, что твоя одежда, которую ты одеваешься, это и есть тот шариатский хиджаб, который тебе приказан. Хотя в действительности, говорит, он не является таковым, потому что он является узким или же обтягивающим, через которую видно фигуру женщины. Женщина должна стремиться, чтобы ее хиджаб был шариатским хиджабом, который соответствует тем условиям, о которых упомянули ученые. Также, говорит, большая проблема в том, что женщина допускает разговор с мужчинами. И говорят, это муж моей жены, то есть, а это мой племянник, это... لا يجوز هؤلاء يعني ليسوا بمحارم لهذه المرأة فلا يجوز الكلام معهم. То есть и фактически говорит они говорит не являются эти мужчины не являются теми с которыми женщина дозволена разговаривать не являются ее махрамами. إلا عند الضرورة وتتكلم يعني بكلام ليس فيه ليونة وتتكلم بقدر الحاجة فقط. И женщине допускается разговаривать с чужими мужчинами только при острой нужде необходимости и то как говорит то, в чем есть необходимость, не украшает свой голос. Также, то есть, женщина должна то есть, отдалиться от мужчин так, чтобы не смешивались мужчины и женщины в одном месте, даже если это родственники, которые не являются махрами для женщины, женщина не должна с ними находиться, сидеть. Потому что بعض يظن أن المرأة إذا غطت شعرها يصح أن تجلس مع الرجال وتتحدث معهم. نعم. Некоторые говорят, думают, что если женщина одела платок, скрыла свои волосы, то с этим самым дозволенным становится для нее, чтобы сидеть и разговаривать с мужчинами. ولا تمس الطيب عندما تريد الخروج. И также женщина не должна умощаться благовониями, когда выходит из дома. نعم. والأصل في المرأة أنها تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. И также, говорит, основа в том, чтобы женщина находилась в доме, говорит, и выходила из него только при необходимости. Потому что когда частый выход женщины из дома, это из обычая в джахилии. И как говорит человек, что Аллах приказал женщинам сидеть дома, сказал то, чтобы женщины сидели, находились в домах, и не обнажались, как обнажались во времена невежества. То есть также женщина должна уделять внимание дому, своим детям, своему мужу. И по причине этого она зайдет в рай. Женщина, она та, которая воспитывает целые поколения. Говорит, наши, говорит, минувшие
праведные предшественники, кто, говорит, воспитал тех героев наших, да, из наших прежних. И также, говорит, надо даже стремиться в первую очередь ставить довольствие Аллаха субхана ва тааля. Нам. كذلك تطيع الزوج في غير معصية الله. Также она должна подчиняться своему мужу в том, в чем нет греха, в чем нет греха перед Аллахом. تتجنب الخلافات مع الزوج, الأسئلة الكثيرة. То есть также должна сторониться того, чтобы спорить со своим мужем или задавать много вопросов. يعني تتغافل, لأن التغافل نصف الحياة, تتغافل عن أشياء لا إشكال. يمكن التغافل عليه, أما أن تسكت عن محرم, تسكت عن باطل, تسكت عن ترك الزوج, يعني ترك الصلوات المفروضة أو شرب الخمر, لا يمكن. И как человек говорит, что говорит, есть такая вещь, как тагафуль, то есть не обращать внимания на некоторые вещи, и это является половиной стеснительностью. То есть не обращать внимания на те вещи, на которые можно не обращать внимания. Но однако, говорит, нельзя закрывать глаза на запретные вещи, если делается что-то запретное из того, что не дозволил Аллах его посланник. И также, говорит, из тех молитв, которым надо уделить внимание, это молитва духа. Также читать добровольные намазы для Аллаха субхана ва тааля. Да. И женщина, если она, у нее начинается хайд, то для нее становится недозволенным совершать молитву. Вот таваф. Также нельзя делать таваф вокруг, поход вокруг Кабы. Да. ومس المصحف, يعني هي لا تمس المصحف, لكن ممكن أن تأخذ مثلا بمنديل بخرقة أو تقرأ من الجوال, لا إشكال في هذا. نعم. Либо же и также во время месячных, говорит, женщине не допускать, чтобы она брала Куран в руки, мусхаф. То есть, однако, говорит, если она возьмет через какие-то салфетки его, или же будет читать с телефона, то в этом проблем нет. بعض النساء يعني تظن أن إذا حاضت لا تقرأ القرآن. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله أن المرأة إذا حاضت لا تقرأ القرآن. لا يمنعها الحيض من قراءة القرآن. Также некоторые женщины думают, что если у нее начался хайд, то она не должна читать Куран во время хайда. Говорит, не пришло такого, говорит, ни в Куране, говорит, ни от пророка сам, что женщина во время хайда не читает Куран. Хайд не является, говорит, препятствием для чтения Курана. فتقرأ القرآن لا إشكال, خاصة من هذه الأجهزة الجوال تقرأ, ما في لا إشكال. То есть проблем нет, если она будет читать Куран с телефона, да? نعم. أيضا من الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. Третьим столпом ислама, шейх говорит, у нас является выплачивание заката. نعم. والركن الرابع صوم رمضان. Четвертым столпом является пост в месяц Рамадан. وإذا حاضت لا تصوم لكن تقضي الصوم. И если у нее начинается хайф во время Рамадана, то эти дни она не постится и после Рамадана восполняет пропущенное. И пятым столпом является совершение хаджа к дому Аллаха, у кого есть на это возможность. И мы должны уделить большое внимание этим пяти столпам, потому что это то, на чем строится ислам, на чем построен наш ислам. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. يا الله وبتنفيذ ما لطشي وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في